предпринимателей Камчатского края. Я очень вас сегодня рад приветствовать на итоговом мероприятии 13-го съезда и хочу в первую очередь поздравить с прошедшим днем предпринимателя лично вас. Считаю, что это один из важнейших праздников для нашей страны и для нашего края, потому что именно вы вашей энергией, вашим каждодневным трудом продвигаете вперед и развиваете наш регион. А мы лишь помогаем вам в этом, поддерживая ваши инициативы и опираясь на вас для достижения результата, значимых для жителей Камчатского края. Я все время повторю еще раз, что я убежден, что те задачи, цели, которые мы ставим перед развитием Камчатки, которые сходятся с интересами наших жителей, можно достигнуть только благодаря энергии предпринимателей. И чем больше будет таких ярких людей на Камчатке, тем быстрее мы будем двигаться вперед.